Продажи электромобилей в Украине выросли втрое. Чаще всего электромобили приобретали жители Киева. В Украине за 10 месяцев текущего года было реализовано 2 тысячи электромобилей. Об этом сообщает Укравтопром. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобили, которые работают исключительно на электротяге, вырос на 227%. В ассоциации сообщают, что в структуре первичного рынка электрокаров наибольшую долю занимают машины, бывшие в эксплуатации, 86%, годом ранее их доля составляла 42%. По данным Укравтопрома, чаще всего электромобили приобретали жители Киева, с января по октябрь 528 электромобилей получили киевские номера. Второе место заняла Харьковская область. Пропиской в этой области обзавелись 406 зеленых авто. Замыкает тройку лидеров по количеству зарегистрированных в этом году экомобилей Одесская область – 405 машин. Самым популярным автомобилем у украинцев остается Nissan Leaf. Следующей по популярности моделью стала BMW i3 – 79 штук, на третьем месте Tesla Model S – 56 штук. Также в топ-5 вошли Ford Focus, 54 штук, и Fiat 500, 30 штук. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировано уже больше 4000 электрокаров. По материалам сайта newsgro.com.